А вот такой потрясающий памятник. Есть в Боровске. Классный памятник. Передает всю суть. Циолковский, русский ученый, основоположник космонавтики. Очень плохо написано, не разобрать. Планета есть колыбель разума, но нельзя же вечно жить в колыбели, говорил Циолковский. Классно. Я в какой-то книге читал, что по одной из древних, по одному из древних сказаний, первые люди были созданы с лицом, обращенным вверх, к богам. Циолковский здесь тоже напоминает мне этот миф. Здорово. Боровск — это, конечно, изумительный город. Рядом с Обнинском много красивых городов, но вот Боровск, наверное, самый красивый.